Арарауруру, айрарайраророро. Добрейшего времени суточек, дорогие подписчики и зрители нашего канала. Славичи. Всем здорово. Теперь мне интересно, как этот сраный бокс открыть, ты понимаешь? Бокс. Бокса. С помощью бокса. Я вообще не вижу тут... А, видишь, Ну тут, наверное... смотри, цветы, смотри, эти цветы на стульях нарисованы. Если что, вот такие же белые. Может быть, это что-то значит? Не? Да нет, я думаю, тут все намного проще, походу. Ну, походу. Но я тут не уверен. Ну, тут должна быть какая-то логическая цепочка. Это вода. Ну, вода и цветы, все правильно. Типа... Да я вообще не понимаю. Или она просто по приколу... Но она здесь не стояла, правильно же, я помню. Кто не стояла? Ну, вот эта коробка. Ну смотри. Ты понимаешь, она может активироваться именно тогда, когда мы все части соберем. Ну да, не, ну мне кажется, какой-то звук хоть должен быть, понял, там что-то такое. Но там, по идее, сверху, смотри, ставится. Что, здесь? Не-не-не. Ну, там вот сверху, вот тут вот, да. Сверху, типа, первое солнце, цветки снизу, слева и справа идут. Как вот там справа есть, этот опусти, солнце ставь слева. Солнце слева стоит? Да. Но. И луну, наверное, посередине. Не, ну типа там, правильно, да, Да я там, где ты понял, поставил. но и ничего не меняет. А может наоборот тогда, воду посередине поставь, а луну туда поставь вместо воды. Чтобы это еще вода была, блин. Короче, ладно, понятно, что ничего не понятно. Но я так вроде пробовал в прошлый раз, да? Типа солнце, вода и... А, подожди, может? Правда, логики здесь вообще ноль. Сука. Есть какие-то туториалы? Может, есть что-то подсказка какая-то? Я не понимаю. Может, учебник какой-то появился, ну сейчас. Еще, знаешь, мне так нравится незнанием английского языка ты пытаешься это все Да, сделать. да, да. Вот мне для меня это вообще просто. Типа скан, да это скан. Сам ты скан, понял? Не, ну где-то ж как-то, ну это ж не просто с головы надо придумать. Вон кассета лежит, между прочим. Да. Ну ничего Он не там. написано. И там посередине кассета еще есть. Ну, может, ее по приколу туда, конечно, за. Вот кассета, кстати, Ну тоже. да, я же за нее и говорю. А, может, блин, помнишь, как раньше в этом было, как его, понятно, Повторки. видео. А, вот это, слышишь, прикидос ее. Думаешь? Надо запомнить. Ну и... И бахни ее, короче. Сфоткал? Ча. Есть. Так. Так. Там на кухне куча. О. Вот тут, слышишь? Да, там прикидос был тоже, типа. Вот, вот эти Да, прикидосы. да, 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 да. Блин, а я не успел! Ты А успел? я успел сфоткать, А, да. молодец, красавчик. Держи на готове. Там есть больше ничего не вижу схожего. Хотел только что написать, понял? Ну. Today you can help me. First, let's pick a cup from my juice. Which А, one should вот I тут use? что-то. Думаешь, это имеет значение? Ну, я думаю, да. Ну, я сфоткал на всякий случай. А я в прошлый раз Она другой легко. его. Да. Давай Набери хлеб. хлеб. На, сука.
О, видел, за ножом потянулся Гандон. Да. Выбери, что, типа в тосты или намазать? Нет, сначала в тостер. О, ты, у тебя харя не треснет от такой? Опять ты, сука, конь галимый, я тебе... О, нормально. Давай, давай, током, сука. Током, давай. Давай, сука, убей его. Да, сука, да! Что такое, не понравилось тебе заход или что, во флюдронский? Что-то вот тут, слышишь? А ну, Слай. Думаешь, это имеет... Это, я понял, давай фоткай. Это расстановка, видать, крестиков-ноликов была, понял? Ями-ями. Так. Что тут? Чего? Давай с этих уродов. Сейчас. Скажи, когда Фрэнс остановит. Клоун. Вот это. Да, и юбка розовая. Вот это. Вот это оставляешь, а не обратно. Она обратно нельзя. Ну, значит, ты понял меня. Джинсы. Смокинг оставляешь. Вот и белые брюки. О, понял. А где ты была раньше? Блин, мы что, реально ни одну не угадали или что? Получается, да. Так, что там дальше было? А, вот это бекон. А, вот, да, сейчас подожди. Прикинь. Блин, мне тут плохо видно, конечно. Слева... Блин, а подожди. Короче, яблоко. Не, где? Подожди. Бекон. Бекон вот тут, по-моему, был. Или тут. Вот тут вот да, бекон. Да, не. Бекон, правильно, ты показал, где он был. Вот там, где апельсин? Да. А там не пусто разве должно было быть? Не, или пусто тут, справа. Вот тут пусто, да. Так. А, это молоко. Я думаю, при чем тут корова? А молоко? Бекон там. Молоко вместо яблока. Ага. Сейчас. Яблоко вместо пшеницы. Так. Яйцо на месте, пшеница вместо апельсина этого. Ага. Если. А! Подожди, стоп. Это молоко, это яблоко, это бекон. А, это кекс. Поменяй кекс с апельсином. Вот здесь? Да. Блин. Наверное, так это идет. Тут просто непонятно, что это кекс, честно. О, говоря. Сохранилось. Да. О, ты кассета выплюнулась? Да. А, и видишь, их там 3 штуки. А, значит, следующая... Да, нет, да. Тут 2 штуки, видишь, тут 2 деления. А, 2, да, 2. Ну, погнали. Блин, сейчас теперь держи камеру на голосы, же. Здорово. О! Жмули пришел. Гаси давай. Опа, сука, Дагестан. Она его не любит. Что-то, походу, ты не ее лучший друг, братан. Ну, она быковая жестко. Да. Что-то она его не любит. Тупо ненависть в глазах читается. Да. Типа, что ты вмешиваешься, ты, сука, Дими. Дими. Чё ты, сука? Плаки-плаки или плаки-плаки? Мы так с тобой внимательно слушаем, кого-то что-то понимаем. Да, типа, понимаем. А может быть, надо, понял? Ну, а может быть, надо понимать. Что за флеша, говорят? Наверное, DC обсуждает и Marvel. Да, один за Marvel, другой за DC. Why would you waste your time doing that?
Что ты хочешь? Я же не понимаю, что ты... кого шавырнуть? А, не, они не дают. Они просто заторможенные. Так как и мы с тобой. Прям как я, да? Пиши. Балумба. Балумба. Бал... Не, не подходит. Шля... Не. А, да, шляпа подходит. Да, шляпа подходит. Тогда другое подходит тоже. О! А, да, это про меня говорит. Ну, все правильно. Я думаю, как минимум должна раскладка быть английская. Думаешь? Ну ладно. Да. В следующий раз... О, слайд. Есть. А что она сказала взять? Да что-то. Я думаю, ей все равно. Сейчас будем распиливать, короче, это. А мы, походу, овцу пилим сейчас. Она на звук как кусок картона. Аманда, shouldn't we have some kind of supervision when we're using tools? Thanks for the tip, Willy. Опа, она сейчас будет стрелять, прикинь, с пилы. Да. Типа я тебя сейчас здесь... Все, до утра напиляла целая куча досок. Да. Так может они с утра... Стол паяльный, конечно. А ты видел там гусь этот втыкал? Да. О. Есть. Это у тебя там что-то базарит или это у меня? Не, это походу в видосе. Вообще я не понимаю, честно говоря. Может, это ты включил что-то? Да нет. Сейчас вообще ничего не слышно. Как будто штрих какой-то, да, там пока? Да. А, мы скворечник делали, слышим. Мы, походу, под планом делали, слышишь, скворечник. Да, доску украл, сука. От гнида. Там сейчас овцу, походу. Патиент. Все, она тупо игнорит его, слышишь? О, сейчас цветами что-то будет. Во что красить будем, Сави? Я выбираю сиреневенький. Лавандовый. Не лавандовый, сука. Да, красить будем, ё-моё. Ай, какой я молодец. Опа, сука, Рамс на ровном месте. Он, походу, писюн ему еще успел. Слышишь, помаду ему сам. Да. Помадкой мазнул ему чуть-чуть. Стри. Он, походу, хочет еще... Нажми на него там или все. Не? Опа! Я видел тебя, сука. Поставил на место майонез, слышишь? А, я, походу... Походу, ты спас. Он реально больной, говорит, слышишь? Бёрдхаус. Это Пидиди Бёрдхаус, знаешь такой? Опа! А ты шо? Шикарный вид. Сейчас такой горобец прилетит. Горобец. Воробей сейчас такой подлетит и такой оп-оп. Опа. Походу шведская, слышишь? Голубя... Ой... Скворечник шведский. А чё? Ну, трое в семье? Да. Опа, сука. Ля, котяра. Котяра, блин. Смотри, как он двигается. Тупо Джаба Хат такой. Доставай, Слайк, доставай пистолет, сейчас. Мистер, как его звали? Стри. Нажимай на него, нажимай. Жмякай. Не. О! Блин, ну там что-то базарит на заднем фоне. Ты 100%. Ну не знаю, у меня все выключено, поэтому это вряд ли. Может, это типа понял, записали поверх? На кассету. Тупо Angry Birds начал. Американский гимн играет на заднем фоне. Что надо сделать? Мама Кэт. Да ладно, видела у матери? Споймал мышку. Нюхай подмышку. Ой, щит, ты шо? А, понял, радио играет какое-то. Ничего не вижу, ничего не слышу, ничего не говорю. Понял, три обезьяны. Вон, еще одна дальше стоит. Так, я понял, а шо? Видать, наверное, цвета какие-то надо выбрать. Причем, а они шо, разных цветов? А, но подожди. У них плавки разные. А шо у нас было по цветам? Синий, красный и этот. Но то не этот же. Не лиловый, че какой она там. Там желтый. Лавандовый. Ну да.
Сука. Но обычно как? Ничего не вижу вроде бы, ничего не слышу, ничего не говорю я. Вроде или нет. Так. Можно говорить по-разному. Ничего не слышу. Ничего не вижу. Может, они вообще здесь... А, видишь, это все уже не работает. Видать. Да, я думаю, что это покамись. Так, а в чем прикол этих мартышек? Я не могу понять. Ну, надо правильно нажать, понял? По-любому. Нажмай этого первого. Ну. Иди того дальше, который, да. И этого. Желтого. Ой, красного. А может, там еще есть какой-то? Третий. Ой, четвертый. Или, я так понял, здесь эта локация вообще никак не задействуется. Тупо по фану ее создали. Может пошли домой, Слай? Пусть подписываются на канал. Сука, ну что-то понарабрасывали, сука. Тимакаки по-любому гниды, сука. Все, погнали. Когда на шару нажимай, сейчас по-любому на этот прожмем. Что за... Да я, ладно, я макак не трогал, слышишь? Они даже на кукле не смогут показать, синий, где желтый, их трогал. Красный. Надо найти, где-то, может, цвет есть тут. Синий, желтый, красный. Ну там только синий, красный и лиловый. Понял, то, что краска была. Все, там больше ничего такого может, не было. Может, переодеть его надо? Ну нажми синий, красный и желтый. Нажми этот. Синий... Так я нажимал. Красный. Уже. Так, нажимал, да? Вот этот ублюдок базарил все это время, понял? Может, он не просто так, его здесь не было до этого. Ничего не понимаю. Да, как обычно. А мы хоть где-то что-то понимали? Хоть Наверное, типа... Вот так вот, да? Но чтоб он не слышал. Он и так не слышит, он с закрытыми ушами. А тут выключить телек. Или... Но он сюда, видно, смотрит, да? Или куда он? На меня смотрит, что ли? Ничего не понимаю. Mm-hmm. А, или подожди, наоборот. Да, ну оставь так, там включить свет. Еще мы задействовать, а он включенный, да? Да. И говорю, а что говорю? И вставь кассету. Может, тут что-то увидел? Ну нема, тех цветов пока нету. Ну желтый вот есть. Да, блин. Гриффиндор. Гриффиндор? Да я тоже ничего тут не вижу. Такого. А, стоп. Три котенка. Ну и что? У нее вот. Желтый, зеленый. Не. Блин, я сам не понимаю, что он хочет. О! В этот раз я спас. Можно наоборот тогда выключить звук, выключить свет. Так оно все так и было. Какая разница?
Ничего не говорю. Не, радио было включено, оно же звездело все время. Так он типа ничего не говорит, а тот не может слышать, а этот не может видеть. Ну и в чем прикол? Да Сука. хрен его знает. И в системе еще понятно, что-то там свет и пошло-поехало. Может выключить можно с розетки? Разбери его на запчасти. Понял, возле вот возле этого стоит магнитофон, вот там свет стоит. Еще что-то должно быть, третье типа по логике. Ну, не знаю, что-то он вообще ни на что не реагирует. Что это за игрушка? Она ничего нельзя делать ней. Слева. Да не, она вроде Нет. была даже. Ну, я так понимаю, поезд нам уже... О, не работает, прикинь. Ну так нам надо, кстати же, на тот финиш попасть еще. Так просто вот это что за... Да я так понимаю, это уже не актуально, кстати. Каждое, видать, видео и каждый раз новая какая-то серия с новыми приколами. Чё не у-у? А когда будет? Когда А если клацать их в каком-то разном порядке, я не знаю. Я в пердоле чисто именно. Я пердоли. Меня вообще тупо не хватает мозгов, походу, для этой игры. Вон, я закрыла тебя, не видно теперь. А может надо волну поймать? Я волна, новая волна. Антенну можно понять? Может тут надо поймать волну? Блин, я не знаю, Сай, думай. Я тоже, до меня вообще не доходит. Как эту суку пройти? Ну, он... Мне кажется, есть, наверное, какая-то именно приколюха непосредственно в этих... Ну, радио же не было, правильно здесь? Ну, блин, ну я же говорю, да, они как бы вот эта вот херня, все то, что включается. Я думаю, эта игра тупо, сука, понял, на минут 5 на. Это только для нас с тобой, двух дебилов, непонятно, как здесь проходить. Может, надо было что-то нажать? Тут я, короче, решил посмотреть прохождение. Ну, и что? Тут такая дичь. Ну, там, типа, ты... Та-та-та-та-та. Что надо было сделать? Сейчас, я читаю. Чистая Вася чепуха! Опа. Сейчас пока он там будет дыбать, я сейчас разгадаю эту загадочку. Да? Не? Нет? Думаешь, не разгадаю? Ну ты, сука, козел. А ты? Тоже нет? О, а этот, по-моему, согласен. Ну почти. Мне еще нравится, что тут мартышки просто разных размеров. Вот типа это худая. Это чуть больше. На это вообще больше. Все. Ты голова, сука, вы мне тут... Не надо мне тут. Придурка меня задержите, не? Вставляй пленку снова. А, там надо было типа все заново выбрать. Тут надо будет на паузу ставить. Поставь на паузу пока, мисс. Типа, вставьте пленку снова, и когда Вули
упоминает, что невероятно темно и им нужно фонарик, поставьте пленку на паузу и включите лампу рядом с телевизором. Так она включена. Не, я это все включил. Я и забыл, что можно на паузу ставить. Надо было, наверное, вначале все прочитать, а потом вот это делать все. Он говорил уже про то, что тебя. Вот, sun is up. Смотри. Что? Будет много статического шума, подтверждающего, что вы повлияли на пленку. Если воспроизведем эту пленку снова, заметите, что Вули и Аманда закрывают глаза. Поставьте на паузу и обратитесь к обезьяне, не закрывающей глаза. Включи свет. Включи свет. А он говорил уже про то, что темно? О, во. Все, ставь на паузу и к обезьяне, закрывающей глаза. Ага. Стоп. Сука, как я должен был до этого догадаться? Да я не знаю, это нереально. Что дальше? Поставьте на паузу, нажмите на ее руку, руки, да, вот и она откроет свои глаза. Возвратитесь к пленке, воспроизведите ее, пока опоссум не нападет на Вули. На этот раз не помогайте им с опоссумом. Опоссум разольет краску повсюду, и Вули с Амандой закроют свои рты. Поставьте здесь на паузу и обратитесь к обезьяне, закрывающей рот. Да вы опять хотите узнать? Да сука. Нига. Зря ты это сказал. Да, 100%. Осуждаю. Не знаю, не поможет, наверное. А, можно перемотать, кстати. Да, до того, как опоссум будет нападать. А потом? Ну, вначале давай дойдем до опоссума. Когда он перевернет краску, они закроют рот, остановишь и подойдешь к обезьяне, закрывающей рот. Вот, но... пускай ничего не трогай, пускай переворачивает, понял. Все, о, нажимай на паузу. Все, иди к тому, что рот закрывает его. А дальше? Вернись к видео и спросите его, пока они не начнут смотреть на птиц, и Вули не скажет, как мирно они чирикают. Поставь здесь на паузу и подойди к радио рядом с последней обезьяной. Увеличьте громкость и вернитесь к телевизору. Может здесь? Ты походу, ну попробуй. Оно не собьется? Я не знаю, мне кажется, что ты пропустил много. Да не, нафига ты ее трогаешь? А что такое? Ее не надо было трогать, я ж не говорил. А что надо было? Просто звук. Ну, все, только радио сделать громче и все. Закроют свои. Они должны закрыть свои уши, и потом тогда ты только. А, можно было не трогать птичек? Или я пропустил, думаешь, много? А мне кажется, что ты пропустил, понял. Сейчас. Надо было какой-то момент, когда он говорил, как мирно они чирикают. А я ему как это на английском. А я не знаю тоже. Ну, наверное, в тот момент, когда они чирикали. Так, когда мы соберем скворечник, надо. А мы, блин, по цветам, блин, да? Тут. Вот тут да не пропускать, по-моему, да? А те сохранились, я же надеюсь, да? Это пес его знает. Может, тут надо было? Не. Не? А, сейчас, наверное, подлетят, и он начнет базарить, туда останавливать, да? Наверное. Да, вот тут. Сейчас. Наверное, вот тут. Пойди, сделай тише, громче обратно, блин. Громче надо? А, да, громче делай. И что? И теперь иди обратно к телеку. Они должны закрыть уши, понял? Вот тут, наверное, не? Наверное, да. Шум должен, наверное, появиться тоже. Или не? О, тут оно, давай. Да, видишь, она потухла, скотина.
О! О, вот это оно. Нажми на паузу, стоп, стоп, нажми на стоп! Но. На обезьяну надо было, иди нажми на обезьяну, я не знаю, что уже. Я, блин, отвлекся, смотрю вниз. Сука! Заново все, блин. Я же говорил, что когда они закроют уши, она будет... Такая чесня, блин, лимая, сука! Дай сюда, сука. Давайте. А там много еще есть еще? Ну не, вот это сделать, и потом они, я так понял, кассету дадут. Я уже забыл, что нажимать. Так, тут пропускать нельзя, да, я так понял? Походу. Блин, мне реально кажется, как будто у тебя там что-то базарит, понял? Да, да, она просто на заднем фоне так звучит. Ах ты сука. Ну ты, конечно, бёрдхаус, слышишь? Давайте, пацаны, подлетайте. Look. Цыбуля. Тут? Я уже не помню. Да, наверное. Ну иди попробуй. Да. А. Сейчас, когда они закроют уши, нажмешь на стоп. О, нажимай. Иди на обезьяну нажимай. Сука, иди это... дальше видео смотри, короче. Но это нереально. Как это догадаться? Не... Я не знаю вообще. Ну, я бы догадался где-то через выпусков 15, понимаешь? Не, может быть, если там на английском то, что они базарят, может и понятно. Включай, да. И что? Ну, все, досматриваем до конца. Не надо перематывать. Не, наверное, не, написано досмотрите до конца, не знаю. Хантинг, мистер Кэт, понял? А, миссис Кэт. Миссис Кэт, точно. Извиняюсь, извиняюсь. Интересно, а что надо? Дать же сожрать. Чтоб она котят нагадала. Ты топишь за кошек, правильно, Слайк? Не за птиц. Не знаю. Птиц у тебя, по крайней мере, нет. Если мать приземлилась, вообще неудачно. А почему она прыгает? Да, ну я реально, я в шоке. Как до этого можно вообще догадаться? Да. Если да... предыдущая еще хоть как-то слаживалась. Ну да, это вообще именно борода какая-то. Сейчас поворачиваюсь, и меня там съедает что-то. Ух ты, ё, сука! Пацаны, вы, блин, вы здоровые вообще? Аля, давай следующую кассету уже в следующий раз продолжим. Ну да, да, я думаю, что да. А то это, походу, реально не для наших мозгов. Так что, ребятки, спасибо, что смотрели. Обязательно подписываемся на канал, ставим лайки, жмем колокольчик и пишем комментарии. Ну а мы шо, Слайк? Правильно. А мы прощаемся, ребят. Всем пока. Всем пока.